В студии Ольга Ильфимова. Здравствуйте. Говорим о главных событиях к этому часу. Подробности далее в программе. В поселке Воровского Судогодского района 10 декабря должны были сдать хоккейный корт стоимостью 51 миллион рублей. Но площадка до сих пор не готова. Активисты Народного фронта обратились в прокуратуру, чтобы в ведомстве проверили законность действий подрядчика. Подробности в нашем материале. Новый хоккейный корт в поселке должны были построить еще в ноябре прошлого года, но подрядчик не справился и контракт с ним был расторгнут. В августе 22-го заключили договор с новой компанией, но ситуация повторилась. При этом подрядчик получил 50% аванс. Руководитель компании «Транкомстрой» Юрий Демченко заявил, что в проекте есть недоработки. До заказчика донести то, что это грубые нарушения, которые могут привлекать жизнь и здоровье людей, это не слышится просто. Это не слышится администрации Судогодского района? Все правильно. Чтобы выяснить причину срыва строительства, активисты президентского движения пригласили на объект представителей прокуратуры, областного департамента физической культуры и спорта и местной администрации. Глава Машокского сельского поселения Юрий Багров считает, что новый подрядчик формально подошел к процедуре оформления работ. До вас был один ушел, второй ушел, третий ушел, как первый. Вы пришли четвертый. И ордер я вам вручал, лично сам, уже сюда привез, вот здесь вручал. Хотя вы должны ко мне были прийти в администрацию, я должен там вручить, и вы должны расписаться в журнале. А вы его не брали, вам он был не нужен. Вот такие дела. В принципе, понятно, да, что я вам все объясню. Полностью не согласовано с действием. Сопредседатель регионального штаба Народного фронта Федор Лавров выслушал все точки зрения. Он считает, что в ситуации виноваты и заказчик, и подрядчик. Они не наладили взаимодействие и теперь предъявляют друг другу претензии. Пока стороны выясняют отношения, воспитанники детской спортивной школы вместо тренировок вынуждены по несколько часов чистить от снега площадку, которую им сделали родители и жители поселка. Тренировочного процесса нет. Участвовать в соревнованиях негде. Мы хотели выступать в ночной хоккейной лиге, но в связи с отсутствием домашней площадки мы не можем выступать в соревнованиях, которые поддерживает президент России. По всей видимости, тренировки так и будут проходить на самодельной площадке. Контракт с четвертым по счету подрядчиком уже расторгнут в одностороннем порядке. В прокуратуре проведут проверку законности действий и чиновников, и строительной компании. Игорь Липский и Ирина Начарова. Волонтеры общественного движения «За наших 33» продолжают оказывать помощь ребятам, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. Несколько месяцев назад у добровольцев появилось новое направление. Они вяжут теплые вещи для бойцов. Это носки, варежки, согревающие пояса. За 4 месяца волонтеры связали больше 1000 пар носков. Все они доставлены в зону СВО. Женщины говорят, откликнулись сотни человек. Самая взрослая участница движения – 90 лет. Специальная военная операция коснулась семей многих добровольцев. Женщины считают, что такая помощь для наших бойцов сегодня необходима. У меня погиб племянник уже на СВО в июне месяце. Кстати, он владимирский. Вот. Ну, много одноклассников, знакомых и друзей. Не обошло стороной? Нет, не обошло стороной. Все это мы уже испытали, знаем, что это такое. Они чувствуют нашу заботу, они чувствуют наше тепло. То есть они приходят все из дома. Это для них как будто бабушка связала, вот дала свою любовь, эти носочки вложила. Волонтеры говорят, вяжут везде, где могут, используют для этого все свободное время. В качестве материала для теплых вещей они строго берут только 100% шерсть. Пряжу приносят неравнодушные люди, готовые изделия доставляют на пункты сбора. Собранные посылки отправляют на Донбасс и в госпитале раненым. Акрил нельзя добавлять в носки именно бойцам, потому что акрил, он при горении, если попадет боец в какую-нибудь огневую точку, например, при горении он, во-первых, хорошо очень горит, и он прилипает к коже. И когда раздевают уже бойца, приходится эти носки снимать вместе с кожей. Поэтому вяжем мы только 100% шерсть. Конечно же, люди не все разбираются в пряже, разбираются только вязальщицы. Приносит нам со всяким размером, со всяким составом, разные бывают. И поэтому мы приняли решение вязать еще и на госпиталь.
То есть туда уже можно и с добавлением какого-то акрила, с какой-то синтетики и так далее. Продолжаем выпуск. Владимирские проекты благоустройства получат федеральное финансирование. Наша область победила во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. Среди лучших 3 проекта из нашего региона в ближайшие 2 года благоустроят общественное пространство в Вязниках, Муроме и в городе Струнино Александровского района. 80 миллионов рублей из федерального бюджета получит город Вязники. На эти средства благоустроят центральную улицу, которая ведет к Фатьяновскому парку. Жители давно просили улучшить вид аллеи Славы и построить в парке фонтан. В 2023 году разработают проектно-сметную документацию и приступят к работам. Муром получит 106 миллионов рублей на благоустройство в 2023 году. Благоустройство улицы Первомайской с прилегающей площадью имени Белякова и скверами. Это территория от Троицкого до Спасо-Преображенского монастыря. Ну и Струнино, благодаря вот выигранному гранту, будет сбываться мечта жителей о создании набережной реки Горелый Крест рядом с Домом культуры. В 2023 году будет обновлен фасад и, конечно, требуется благоустройство вокруг. Соответственно, проект разрабатывался, с проектом мы уже заявлялись на конкурс. Первый раз не получилось, а вот сейчас старания и ожидания струнинцев вознаграждены. Работы по обустройству набережной начнутся в следующем 2023 году и завершатся в 2024. В Собинке погорельцам выделили квартиры в новом доме на улице Гагарина. Люди ждали этого события почти 2 года. Здание рабочей казармы, в котором они жили, сгорело 4 января 2021. Тогда власти региона приняли решение построить для погорельцев новое жилье. Ирина Начарова расскажет подробнее. На месте любимый чайный сервиз и практически вся посуда. Осталось перевезти вещи. Светлана Самарина вместе с мужем будет праздновать Новый год в новой квартире. Наверное, мясо запекать будем обязательно, пирог печь. Вот. Внучка потому что поедет в гости. В доме номер 44 по улице Гагарина квартиры получили 67 семей из печально знаменитой Собинской казармы. Строительство началось в сентябре прошлого года. Как только начал строиться, мы сразу сюда приходили, смотрели, как этажи поднимались постепенно. Потом внутри смотрели, как делали все. Просто не представляете, как ждали. Очень сильно ждали. Хотелось уже переехать, и чтобы вот нам самое главное, чтобы были удобства. Горячая вода в квартире будет всегда, в ванной оборудование для подогрева. А еще можно самим включать отопление. Для Галины Ерохиной это очень важно. После пожара она с мужем осталась без крыши над головой. Свою квартиру Галина Александровна показывает главе города Собинки. А здесь кухня полноценная. Да. Галина Александровна больше 20 лет жила по адресу Рабочий проезд 7. В общем, там было все. Кухня, туалет и душ. Сейчас мы... Я даже сказать не могу ничего. Кроме как, все прекрасно и все хорошо, спасибо большое. Когда ключи получили, плакали? И сейчас могу заплакать. Квартира-студия в 29 квадратных метров вместо крохотной комнатки в аварийной общаге. При поддержке администрации области местные власти сделали все возможное, чтобы просторное жилье получили все погорельцы. И что такое дополнительные площади? Жители, которые из коридоров у нас сейчас переезжают, из наших знаменитых казарм, там 13 квадратных метров. А стоим мы с вами в 28, и 15 квадратных метров ложится на местный бюджет. То есть мы пошли для того, чтобы было у людей улучшение, а не было того общежития, как было ранее. Анатолия Тулаева можно назвать современным Дон Кихотом. В этом доме застройщик подарил погорельцам 200 квадратных метров. Невзирая на то, что стоимость материалов подорожала и пришлось взять кредит в банке, чтобы завершить строительство. Все-таки они живут в таких условиях плохих, поэтому мы, в принципе, на это и пошли. Почему мы даже и метраж даем больше жителям? Бесплатно уже от себя по 5 метров добавляем. Мы даже когда детям даем, сиротам, допустим, им положено 30 метров, мы все равно добавляем 5 метров от себя. Бесплатно. Рабочий проезд 13 – это одно из 8 зданий собинских рабочих казарм, которые признаны памятниками истории регионального значения. Сносить их нельзя. Чтобы восстановить дома, местные власти готовы пойти на эксперимент. Для начала найти инвестора, который купит это историческое здание. Стоимость 1 рубль, но с определенными условиями. То есть в течение не более чем 8 лет памятник подлежит полному восстановлению. Вот это как бы основная задача арендатора, который возьмет это здание. Сейчас чиновники обсуждают с экспертами, как правильно по закону оформить новый проект. В случае положительного заключения появится реальный шанс реставрировать сначала дом номер 13 по улице Рабочий проезд, а позже вернуть первозданный вид всем казармам в исторической части города. Ирина Начарова и Сергей Власов.
И другим новостям. Во Владимире на улице Георгиевской открылась рождественская ярмарка. Место выбрано не случайно. Шалопаевка больше века назад уже была известным городским базаром. В одном из празднично оформленных домиков свои товары представили пасечники из Юрьев-Польского района. Здесь есть и полезные сувениры. Фигурное медовое мыло и восковые свечи с символом Нового года. Можно купить и медовуху. Ее по старинному рецепту настаивают полгода. Но больше всего популярностью владимирцев и гостей города пользуется настоящее Юрьев-Польское золото. Насчитывается около 500 ульев. То есть, и, конечно, соответственно, медок у нас разный. И разнотравье, и лесной сбор, греча, мед из забруса, доник с маточным молочком, это взбитый мед. Так же, как липа, он хорошо при воспалительных процессах. На рождественской ярмарке можно найти буквально все – варежки, платки, изделия из кожи, а также самые разнообразные игрушки из дерева и керамики, связанные руками мастериц. Гастрономический ряд представлен различными видами чая, соленьями, выпечкой и другими сладостями. Есть на ярмарке особое шале, где принимают подарки для мобилизованных и семей резервистов. Первый домик, он посвящен помощи семьям, а также людям, которые призваны для участия в специальной военной операции. Поэтому каждый житель может принести новогодние подарки и передать через наших волонтеров. Они обязательно эти подарки дойдут. Праздничная торговля на рождественской ярмарке продолжится до 15 января. С 1 по 8 здесь будут проходить развлекательные программы с конкурсами и выступлениями владимирских артистов. Расписание представлений будут публиковать на афише на улице Георгиевской и на сайте мэрии. А сотрудники регионального управления МЧС, администрации города и департамента культуры провели предновогоднюю акцию «Пожарный Дед Мороз». На площадке рядом с Домом культуры молодежи собрались сотни детей. За несколько дней до акции они получили задание – сделать своими руками елочную игрушку, чтобы потом повесить на одну из самых красивых елок областной столицы. Вместе с пожарным Дедом Морозом дети поднимались на автоподъемник и украшали новогоднее дерево. Праздник замечательный. У нас вот сын, он мечтает стать пожарным, поэтому эта елка для него, это прям вот очень такой был интересный сюрприз, который мы специально для него подготовили. Мы делали игрушку, у нас оранжевый шарик висит вот там вот теперь на елочке. Мы с Дедушкой Морозом, Альберт нас повесил. И для нас это просто вот радость, счастье. Для детей подготовили несколько интерактивных площадок. Сотрудники МЧС показали боевую одежду пожарных и помогали детям ее примерить. Также в этот день всех желающих катали на квадроцикле. Во время акции дети могли посидеть в кабине спецавтомобиля. Многие приняли участие в соревнованиях по перетягиванию пожарного рукава. Дед Мороз и Снегурочка поздравили ребят с наступающим Новым годом и пожелали встретить его весело и безопасно. Чтобы дети знали и понимали, как действовать при пожаре, все это доводится им в игровой форме. Рассказывается, чем занимаются у нас пожарные. В принципе, прививается любовь к профессии. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Выпуски новостей доступны на нашем сайте, а также на YouTube-канале. Подписывайтесь на обновления, чтобы не пропустить важные события. А если вам нужна помощь журналиста, звоните в редакцию по телефону 32-62-33. Я с вами прощаюсь. Итоговый выпуск новостей выйдет в эфир ровно в 19:00. Не пропустите.